семимильными шагами к новоселью. Строители завершают работы в новых домах в 15-м микрорайоне. Все квартиры, а их в 6 домах 330, сдадут с чистовой отделкой. 145 светлых просторных квартир под ключ уже готовы к встрече с жителями. Внутренняя отделка практически везде закончена, по двум домам уже вот-вот скоро у нас переедет сюда переселение жителей с аварийных домов. По остальным четырем домам это произойдет уже в летнее время. Осталось только благоустройство территории. Сейчас здесь проведено щебенение, бордюрирование. Это как раз хорошо с учетом того, что в зимнее время как раз все устоится, утрамбуется. И в летнее время здесь положим асфальт. Ну, осталось еще детские площадки и игровые комплексы поставить. Для комфорта новоселов спланированы и места для парковок. Обеспечить каждую квартиру машиноместом – такую задачу поставил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Внутри есть, конечно же, парковки, потому что 330 парковочных мест необходимо было где-то разместить. Поэтому парковочные места есть перед домами, за домами. Вот. Поэтому в первую очередь необходимо, чтобы у каждого жильца, каждого владельца квартиры была возможность припарковать свой автомобиль. В соседнем 17-м микрорайоне концепция другая. Здесь двор закрыт для машин, а парковки разместили снаружи. Дома находятся на завершающей стадии. То есть остались мелкие недочеты. Сейчас устраняем и будем сдаваться, получать ЗОС. Благоустройство тоже в полном объеме выполнено. Покрытие асфальтобетонное готово. Малые формы стоят, деревья высажены. Все дома в новом микрорайоне под переселение из аварийного фонда. Два корпуса из четырех планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Всего в новый 17-й микрорайон переедет 1000 губкинских семей. Зинаида Исаева, Денис Гимп. Новости Губкинского.